Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами Vivo Y33S. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поделить экран. Для этого нам нужно на нашем телефоне открыть любое приложение. Давайте, например, какие-то файлы откроем. После этого в приложении Files нам нужно здесь нажать слева снизу на три палочки. Или они могут находиться также справа снизу. Плюсом к этому, в крайнем случае, если у вас управление жестами, свайпаем снизу до серединки, отпускаем здесь палец и попадаем в вот такое вот меню. В этом меню нам справа сверху нужно нажать на такие вот две палочки, очень маленькие. Нажимаем на них и выбираем «Разделить экран». Выбираем приложение, которое у нас будет снизу. И теперь я могу пользоваться одновременно и Chrome, и приложением Files. Здесь у нас есть вот такая вот палочка посерединке. Нажав на нее, мы можем заменить наше приложение местами. Можем их закрыть, открыть какое-то другое приложение вместо нижнего и добавить эту функцию на главный экран. То бишь теперь у меня появляется вот такое вот будто бы приложение, нажав на которое, у меня открываются эти две программы. Тягая этот ползунок вверх, мы можем вверх или вниз, мы можем менять размер приложения, а потянув в самый верх или в самый низ, мы открываем одно из приложений в полноэкранном режиме. Больше видео об этом девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего доброго. До свидания.